Наша организация вступила в состав такого общего женского движения, потому что все женщины очень хотят быть полезными не только городу, но и своей стране. Есть передовая для мужчин и есть передовая для женщин. Так вот, мы объединились в это движение, и называется оно «Женский отряд гражданской взаимопомощи». Задач выполняется ежедневно тысячи. Мы стараемся помогать, кормить наших ребят, наших защитников. Для этого мы работаем в связке с несколькими ресторанами города. Наши девочки в ресторанах ежедневно готовят порядка 1000 порций горячей еды, которую волонтеры доставляют в необходимые места. Кроме того, я хочу поблагодарить одесский бизнес за поставки мяса, круп. Хочу поблагодарить юстицию, потому что то, что делают эти ребята, это, конечно, неимоверно. Благодаря им мы на сегодняшний день раздаем продуктовую помощь тем семьям, которые уже нуждаются в Одессе. Кроме того, массово в город приезжают харьковчане. Харьковчане, вы понимаете, это люди, которые потеряли все, приезжают сюда, им нужно абсолютно все. От зубной щетки и тапочек до продуктов питания, которые нам нужно обеспечить. На данный момент склады наши, к сожалению, пустеют. Остались только овощные наборы. Огромная потребность по продуктам составляют масло подсолнечное, крупы, сахар, что-то нехитрое. Ребята, от души, от сердца можете положить что угодно. Консервация, подсолнечное масло. То есть, если можете, привозите сразу гвоздичный 6 или звоните мне по указанному номеру 063-522-5049. У нас огромное количество автоволонтеров. Откликнулась Одесса, откликнулась массово, ребят, сотни. Поэтому есть кому направить машины. Если вы хотите вывести семью до границы, мы обязательно доставим в нужную точку. То есть мы сопроводим, дадим транспорт, и обязательно все будет хорошо.